Во многих городах России проводится акция «Книги Донбассу», которая приурочена к Международному дню детской книги. Присоединились к ней и активисты Ленинского отделения партии «Единая Россия». Их поддержали сотрудники библиотек, участники детских подростковых клубов, а также жители. Из разных уголков округа книги привезли в общественную приемную партию, где молодогвардейцы сортируют их по жанрам и назначению. Да все мы знаем, что на Украине руководство изъяло из библиотек, и школьных, в том числе библиотек, книги на русском языке. Вот. Поэтому сейчас это там очень востребовано и необходимо. Поэтому Ленинское отделение, естественно, присоединилось к этой акции. Основная масса – это книги для детей. Много художественной литературы. Подростки в Луганской и Донецкой народных республиках должны продолжать учебу. Для этого необходимо пополнить книжный фонд школ и библиотек учебниками на русском языке. Сегодня к вечеру у нас будет порядка 600 уже книг. Я надеюсь, что эта акция продлится и дальше, потому что мы знаем, какие сейчас события на Украине происходят и в каком состоянии там сейчас библиотечный фонд. Соответственно, мы будем продолжать и собирать книги дальше. К акции может присоединиться любой желающий. Книги ждут в общественной приемной партии «Единая Россия», которая расположена по адресу город Видное, улица Школьная, дом 17.